каков высший корень черных букв? Какова сила этих букв? Что, где? Мы говорим о силе букв. Сила букв? Каков корень их? Это сначала буквы «юд». Я не понимаю, что такое кончик «юд». Что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет наполнял все мироздание. «Садись, сын мой, и слушай спокойно». И когда возникло его желание сотворить творение, создать создание и так далее, то тогда, только тогда, начинает раскрываться желание получать что-то противоположное свету. Свет — это отдача, любовь. И вдруг внутри отдачи и любви начинает возникать что-то такое черненькое, что-то выделенный, отделенный от отдачи любви. В общем-то, вот это, в принципе, вот эта маленькая капелька, вот что-то, ну, миллиграмм, неравное свету, когда это все формируется, это называется творением. И кроме этого, не нужно больше ничего. Все остальное, все вот это маленькое отличие, самое малейшее отличие от света, начинает под воздействием света развиваться тем, что начинает чувствовать, познавать себя, насколько оно противоположно свету. И тогда мы говорим, первая стадия, вторая, третья, четвертая, бесконечность, сокращение и все. Ничего не меняется. Но вот это маленькое различие, только то, что растет там, это ощущение, насколько оно противоположно свету. А оно само действительно чуть-чуть отличается от света. Поэтому то, что сотворил Творец, это начало, кончик буковки «юд». Все же остальное вот через этот вот кончик потом и развивается. Это корень букв.